перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежды с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Здорово, динозавра. Привет. Чё, вы пересрали, наверное, что встречи, блядь, ВК заблокировали? Все нормально, через пару дней, короче, все восстановится, можете опять смотреть, покупать билеты, а пока на сайте можно. Привет. Да, Jurassic Park, парни, полный был. Спасибо, ребят, да, мне тоже нравится маска. Вот я даже не буду читать вот эту хуйню, знаете, кто пишет там старое лучше, новое лучше, просто даже опущу эти ваши вопросы мимо. Вообще похуй, что вы говорите на этот счет. Чувак спросил, есть ли в Тюмени маза дать нам шмотку для шатаут в инсте. Ну, блядь, чувак, если ты на Meet & Greet придешь, просто типа отдашь майку и все. Передашь нам привет. Под Слипнота косишь? А что, похоже на Слипнот маска? Ну, блядь, не, у них крутой музон, я в школе очень много слушал, да и сейчас переслушиваю, но я не думаю, что, блядь, она прям очень сильно похожа на их маску. Да, я заболел, пиздец, кстати, типа, у меня горло болит. Я уже выпил бутылку Гербиона, блядь, вместо Лина. Серьезный разговор для такой маски? Философские темы. Да, в Белгород по-любому в следующем году приедем. Вчера было достаточно круто, парни вообще очень хорошо разъебали, встретили. Круто. Мы сами хотим во Владик доехать, кстати, блин. Типа Дальний Восток интересно вообще даже в плане путешествия. Да, мы еще пока в БГД. Вечером поезд. Да, Эмилио, поцелуем бачок вообще. Да. Я надеюсь, сегодня скоро пройдет, но он вроде не очень сильно ёбнулся. В Нижнем как было? Ну, в Нижнем все было заебись. Только не очень много людей, но даже при таком количестве они круто нас встретили, поэтому только приятные впечатления. Блять, да, мы рекламу хуячит. Мы смотрим 2 на 2 в гостишке тупо. Да, дорога жестко выматывает, на самом деле. Трансфер — это самая такая тема, которая выматывает, когда ты катаешься. Типа из-за того, что спишь в дороге, ты не так пиздато высыпаешься, как на кровати. Старые маски, да, конечно, типа мы будем выступать в разных масках. Мы просто хотим сделать типа достаточное количество прикольных комплектов, чтобы их менять. Это гораздо интереснее, чем, блядь, выступать в одних. Аниме. В английском говорят аниме. Сука. Киров круто было, типа. Прикольный интерьер еще в конструктор практик, типа в этом клубешнике. Мне понравился. Так, дальше. Что у них с глазами?
Чего ты спрашиваешь, у вас маски от ута? Кто такой ута? Что это за хуйня? Типа Шуля сделал на маске? Рот сухой. Кстати, попить нужно немножко. Будет мир в других городах, да. Сейчас онлайн, кстати, продажу скоро запустим снова. Так что, ебать, следите за страничкой мерч-филиал. В Перми тоже круто было. Везде было пиздат. Не было еще ни одного плохого концерта. Бля, уже какой человек спрашивает, долго ли ты отращивал волосы. Ну, мне кажется, ебать, с прошлого марта где-то что-то такое. В Воронеже тоже спасибо, типа, за очень пиздатую атмосферу. Даже был не рэп-концерт, а как рок-концерт, все месились, это очень привлекает. Бля, в Липецк, я, кстати, бля, не помню, чувак, я, типа, по-моему, его нету в туре. Или есть? Я, кстати, вообще не помню, в какие мы едем города, если честно, в данный момент. К какому инциденту, блядь, как я отношусь? Что это за хуйня? Спой, блядь, это что, караоке, пацаны, типа, спой песню. Клип скоро новый будет. Ждите, осталось немного. Самый крутой, который мы снимали. Чё, от ЕКБ я жду? Я жду, что, блядь, придут люди, разъебут на нашем концерте. Чё ещё ждать? Я жду это от каждого города просто. Блин, пацаны, кстати, Ярославль, вот я помню, что есть тури, но, типа, посмотрите, блядь, в расписании, в посте. Вот такие вопросы, типа, там, спрашивать у меня дату, да? А почему, нахуй, нельзя зайти в паблик, блядь, и посмотреть, типа, ну, дату концерта в своем городе? Андрей Лиза будет на концертах? Ну, может быть, в середине тура мы что-то исполним. Как раз мы, типа, готовим там парочку пиздатых синглов. У меня есть дерево, а какое дерево? Возможно, есть какое-то. Почему мы не едем в Украину, мы же уже рассказывали, блядь. Нам запретили въезд, потому что мы, типа, все в ОСИ выступили. К сожалению, по нашей вине мы бы с удовольствием, типа, посетили вообще вас. По телеку 2:2, сука. Да не все время такие маски, будут разные маски, чувак, типа, захотели в таких выступили, блядь, захотели в балаклавах, захотели, не знаю, там еще в каких-нибудь. Группы мы не сами заблокировали, мэна, типа, это ВКонтакте, блядь, техническая поддержка, вот, ждем разблокировки, все должно быть ровно. Привет еще, да, кто присоединился, сука. Клип, вы, кстати, все угадали, блядь, на какой... трек будет клип, так что можете не задавать этот вопрос. Аниме. Мыл, конечно, чувак. Пошел нахуй, типа, каждый день мою волосы, сука. Продай меч, на концерте купили в онлайн, типа, блядь, заказов, которые будут открыты в течение недели. Балаклава, кстати, может и будет в мерче, я не знаю, типа. На самом деле, хочется расширить линейку, мы, мне кажется, в ближайшее время это будем делать, типа, добавим какие-нибудь худи, всякую такую тему, так что ждите. У тебя ДРЭ, чувак? Ну, типа, если у тебя ДРЭ, с днем рождения, хули. У меня нет татухи на шее, братан. И ни одной татуировки вообще нету. Вот, да, братан весь закатанный, короче, портаками и татухами. А у меня нет ни одной портака, ни одного, точнее, сука. Да, в Балаклаву жарко выступает, бля, стандартный вопрос, конечно, ну, пиздец, типа, чувак, типа, ты потеешь,
такой охуеваешь. Не, на Битлджус, бля, не будет, скорее всего, клипа, пацаны. А может и будет, но вряд ли. Принципиально ли я не забиваюсь? Да не, не принципиально, просто, типа, никогда не было настолько сильного желания, чтобы я, ебать, пошел и тут же это сделал. А когда потом, типа, ты над этим думаешь неделю, такой думаешь, ну, бля, похуй уже. Я думаю, еще не вечер. Да, красавчик, что набил порта в честь нашей группы. Новый альбом Suicide, да, вы спросили? Кстати, заебатый альбом, я не знаю, типа какие-то вафли, которые писали в комментах, типа на том же фастфуде, что, блядь, не то. Всегда есть такие вафли, кто такой пишет. На самом деле, мне кажется, охуенно интересный альбом достаточно вышел, типа, с интересными пиздец инструменталами, короче. Ну, хороший альбом, блядь, полностью можно послушать, и типа нет такого ощущения, что это проходняк какой-то. Любимый персонаж Mortal Kombat, бля. Я, кстати, люблю Mortal Kombat. Мы только вчера вечером играли в XL Mortal Kombat на плойке. Мне нравится Рептилия, кстати, больше всего. И я не скажу, что, блядь, охуенно играю, но вот Рептилия мне нравится. Альбом Фейса. Альбом Фейса заебись, в принципе, бля. Я тоже не знаю вафли, которые пишут, типа, что, о, бля, хуйня. Мне кажется, достаточно интересно то, что он высказался, типа, так, типа, открыто. По всяким наболевшим вопросам, красава. Но. В Инторгах, да, в Инторгах, чувак, просто обычная балаклава можно купить. Единственное, что, блядь, ты заебешься искать нормальную форму, блядь, потому что они часто уебанские. Альбом Фарен тоже заебись, в принципе, разнообразное, чё. Оккультные книги, чувак. Последняя оккультная книга, которую пробовал прочитать, блядь, была года, мне кажется, 2,5 назад. Блядь, типа, отстой в том, что в отличие от художественных произведений, там все-таки сухим языком, блядь, псевдонаучно написано, что это очень тяжело, блядь. Почему в Ижевске так мало выступили? Да ладно, чувак, типа, там была стандартная концертная программа в рамках часа. Типа, не знаю, что тебе показалось. Я не играю в доту, чувак, только в лол играю. Курю ли я? Да, бывает, курю сиги. Да. Я могу, чтобы более глупо было в носу поковыряться, короче, вот так. Это сделать более глупым трансляцию. ЛТНЛ, да, слушали, конечно, пиздатый чувак, йоу. Шатаут, кстати, Лил Тенейло. Какой альбом Фейса ждешь, ебать? У него же раз не вышел, нахуй, альбом только что. Ты проебал что-то, парень? Черный тут рядом, блядь, валяется. Какой сеанс у меня стоит? Сеанс чего, блядь? Массажа простаты, сука, что вы спросили? Да, вы спрашивали про альбом Глеба, да, все заебись там. Ну, чего, мы не выступали полчаса, братан, точно нет. Концерт в Уфе заебись, заебись. Единственное, мы думали, что, блядь, больше народу придет. Ебать, ну это же, типа, блядь, колыбельный русского хип-хопа, дохуя так там исполнителей. А из этого города, бля, народу пришло достаточно мало. Ну, красавы те, кто пришел, потому что они разъебали, устроили достаточно крутое мясо. Не, мы не бухаем после концертов, это сухой закон в туре. Прикинь, ты бухаешь каждый день, бля, 10 городов подряд, что на 9-й с тобой будет? Ты можешь в говно превратишься в лужу, блядь. В Европу мы хотим, блин, вот в следующем году попробовать сделать Прибалтику хотя бы, начать с этого. Мне кажется, заебись будет. Маски старые где? В рюкзаке. Я батлатый, да, пиздец. Везде разъебем. Вот вы спрашиваете, разъебем ли мы в каком-то городе? Конечно, разъебем. В Воронеже, да, была летучая мышь номер. Типа, мы пришли, и нам, короче, летучая мышь. И мы ее выпустили.
Нашел вписка, но не знаю, чуваки. Пригласят, блядь, мы подумаем над этим. Уфа, деревня. Ну, город пиздатый, кстати, мне понравился, типа, у тебя, ну, красивый достаточно. Не создается впечатление, что это, блядь, какая-то дыра. Да, будь в тебе не мерч. Мы стараемся везде, блядь, везти. Но вот в некоторых городах не было, конечно. Мы надеемся, что до всех остальных доедет, но в каких-то может закончиться, к сожалению. Почему Камчатки нет в туре, братан? Ну, оплати нам на Камчатку трансфер, блядь. Мы, типа, приедем, выступим в сарае вашем там. Почему мы решили маски поменять? Ну, чувак, типа, знаешь... блядь, типа... Это как нахуй? Тебе же заебать одну футболку носить, да? Типа, ты покупаешь новые футболки, блядь. Вот маску тоже заебывай, знаешь, одну носить. Хочется что-то нового. Ну, покупай meet and greet билеты, можешь сфотографироваться с нами, конечно, блядь. Не ругались, кстати, никогда сильно. Не было такого. Ну, если твой город нету в туре, блин, приезжай, типа, в ближайший, чё ты, блядь, как в Африке, купи билет себе. Чё, на концерте меня слышно плохо? Ну, во-первых, мне кажется, это из-за того, что в целом у меня подача, типа, более такого низкого голоса, поэтому у меня он тише звучит часто. А во-вторых, на двух последних, потому что, блядь, я болею. Это мои волосы, братан. Ты что, думал, это парик, блядь? Охуенно бы, типа, может, в парике я бы гонял. Приклеивал на клей чистый. Поговорить можно будет сказать. Не, братан, вряд ли мы заебываемся обычно. Концерт в Кирове охуенный, повторяю еще раз. Ну как ты не знал, что у меня длинные волосы, блядь? Мне кажется, типа, вообще не торчали из-под балаклавы, кстати. Можно было заметить. Ну похуй, даже если не знал. В норм масках сфоткаться с нами. Чувак, ну ты будешь фоткаться в тех масках, в которых мы будем, блядь, в данном городе. Бля, я закрыл нахуй все пальцем, блядь. Перевернул камеру, пиздец, блядь. Так, что там? А ты выглядишь каким? Бро, дреды, бля, ну дреды. Бля, мне, конечно, нравятся дреды, но не на себе, бля. Я на себе не очень хотел. Слишком, мне кажется, жесткая хуйня. Типа такая растаманская. Материал маски из кожи, бля, братан, натуральный вроде даже. Типа чуваки, которые делают обувь, нам их шили. Какой у тебя телефон? Хуёвый, кстати, блядь. Купи новый мне. Да, Meet and Greet включает в себя постер, блядь, с автографом, братан. И вы очень невнимательно, как всегда, и читайте как-то, типа, между строк, нахуй, во встрече. Триколор для... Да, потому что я, сука, не свой мобилы, блин, доисторически сижу, поэтому я выключил его. Блядь, заебали вы про шмотки спрашивать. Три самых пиздатых бренда, шматья. Ебать, иди в Юникло, блядь, и купи себе там на 10 тысяч рублей весь гардероб просто. Вот так. Белгород охуенный город. На заказ делает, но, ну, мне кажется, он делает дропами, блядь. Успел купить, заебись, не успел, жди следующего. Что я кушал сегодня, кстати, бля, какой достойный завтрак, блядь, в гостинице был. Бля. Сохрани эфир потом. Слышишь? А? Сохрани Да, эфир. ладно. Как я разберусь здесь? Так. Бля, жесткий вопрос. Бля, мудаки, бля, какие-то хотят проводить со мной эфиры. Не, ребят, это жестко будет. Беларусь, мы бы с удовольствием пригнали, если бы, короче, нам разрешило ваше Министерство культуры или через что там вся эта хуйня согласовывается, типа, выступить. Съели, чак-чак съели, конечно.
Какую картину подпишем? Подпишем, конечно, все подпишем, ёпта. Ой, ебать, опять камера нахуй перевернулась, блядский сенсор. В следующем году новый альбом. Конечно, блядь, в следующем году будет новый альбом. Да, бля, она бы сдохла, если бы мы с собой ее взяли, к сожалению. У меня есть усы, конечно, чувак, но у меня типа не пиздец усы, бля, не как щетка, ёпта, а щетина. Когда с Каспийским грузом фит? Уже третий раз вопрос, очень странный, блядь. Как фит, блядь, с Каспийским грузом? Вот сейчас позвоню, типа, и сейчас запишу прям на диктофон. Что за хуйня на камере? А что за хуйня там? Почему тебя, блядь, в ЧС кинули в группе? Ну, ты, наверное, хуйню написал какой-нибудь чувак, и поэтому, типа, ты в ЧС, блядь, кинул, чтобы ты больше не писал хуйни, типа, логично? Зачем другим людям эту хуйню читать? Так, продолжаем. Будь ты балаклава, чувак, и маски, блядь, заебался уже, слушай. В Уфу приедем еще через год, я думаю, в туре. Если, сука, вы придете, блядь, на концерт. Уфа, ёпта, большой город, 100 человек. Че ждем от Тольятти, блядь? Тольятти, Тольятти, разъеба ждем от Тольятти, конечно. Когда Владимир... Там Владимира вроде нет, кстати. Приезжай в Ярославль, ёпта, там ехать пару часов. Зарубежными исполнителями, кстати, планируем фиты, да. Песни слушать как, чувак? Ну, если в ЧС, ебать, купи подписку в Apple Music и слушай в Apple Music. Не обламывайся. В Туле мы будем выступать, да, кстати, чуваки. А вы что, не видели? Блядь, ну в паблике же есть Тула, прям, сука, встреча. Где найти фотки с концерта в Белгороде? Сейчас он починит, блядь, встреча все, ёпта, зайдешь там в альбоме, будут фотки. Так в каждом городе. Жесткие вопросы, были бы когда-нибудь проблемы с законом, чё? Нет, чувак, я законопослушный гражданин, я даже свет на... Он на зеленый свет перехожу, дорогу, бля. Вообще, все как нужно. А чё, Калуга там, по-моему, тоже есть, чё вы проебываете, бля? Не, в Москве, пацаны, митангрида не будет фотосессии, вы прикиньте, ёпта, если вас придет там... Ну много людей, блядь, и мы митингрид будем до ночи делать, да? Мама заругает 12+, ребят, так поздно возвращаться не будет. Чебоксары? Да не, нормально в Чебок было все, типа, мало людей, блядь, но, типа, хороший звук был, типа, все подпевали, чего тухлого, похуй, круто. Были ли проблемы с порохом? Походу, блядь, у тебя были, братан. Не, у меня не было. Татух нет уже, спрашивали ни одной. Big Baby Tape как? Ну заебись, что талантливый парень, блядь. Альбом понравился, который он выпустил. Покажи, говорит, прическу, блядь. А ты что, не видишь, блядь, волосы, вот они. Да в Перми это норм, мне кажется, был народу для Перми в Перми. Конечно, всегда хочется больше, блядь. Ярославль, братаны, ну типа, посмотрите в паблике, блядь, стенку, ёпта, там, по-моему, есть Ярик, если я не ошибаюсь. Я могу ошибаться, конечно. С днем рождения, еще одно день рождения. Поздравляю, блядь, с днем рождения. Тут еще должны еще, блядь, эти конфетти, блин, вылетать.
Подгони маску, Бел, сделай себе сам белую маску, блядь. Если ты так ебать хочешь в ней ходить, приди в ней на концерте и скачи. Почему ты носишь маску, блядь? Я думал, уже такие динозаврские вопросы не задают. Ну, короче, типа, врожденное уродство. Я очень под маской, в ожогах. Ладно, шучу. Да, блядь, хуйня вопрос вообще. День рождения. Сейчас у каждого тут день рождения. Если будет говорить, поздравь меня тоже. Короче, я поздравляю всех, у кого сегодня день рождения. Больше заебали, не просите. В Крым у нас будет Севаста и типа этот, кто какой-то город еще рядом с ним. 12+ тур. Ну да, чё хуёво в 12+. Если типа, блядь, человек хочет, допустим, он 12 лет или 13 лет услышит музон, пусть он придет на концерт и услышит это живую, блядь, чё в этом такого? Какой телефон тебе надо, телефон? Охуен, ты чё, пиздишь телефоны в метро? Ну, если ты пиздишь телефоны в метро, давай iPhone X, блядь. Просто, типа, снял с кого-то. Мы его... Давай парочку айфонов, мы заложим еще остальные в ломбард как раз. Охуенно. Здравствуйте, блядь. Свидание. Минск, братан, не будет в туре Минска, к сожалению. Как и Киева. Мой отдать айфон. Не, братан, ходи с телефоном. Как тебе будет, чтобы мама звонить? Как ты с ней будешь говорить? Шаринганы. Шаринганы. Если бы, бля, ну, и шаринганы у меня были бы, но нет. Белый отдам айфон. Идите нахуй. Акция, типа, блядь, замути телефон белым. Да. В Тюмени будет разъеб, везде будет разъеб. Старые маски верните. Куда вернуть их? В магазин, братан? Чё ты, блядь, просил, куда вернуть? В Карелии? Не знаю, в Карелии в походе был в школе. На лодке катался. Как мы с чёрным познакомились? На концерте Бухенвальдфлава. Ну, по-моему, интервью, ёпта, на The Flow почитайте. Меньше, кстати, будет вопросов, будут новые вопросы. В лол залетим, братан, не-не, вы меня заебете потом. Типа, поиграть с нами. Я плохо играю, я вообще даже, типа, в серебре играю, типа. И ранки, да никогда, у меня нет на это времени. Особенно в последнее время. Охуенно, ты сильнее черного. Охуенно, вопрос сильнее. Мы боремся постоянно, ебать. Вы мочите, пацаны. На трансе черный лесо спалил. Когда? Что? А почему не угораете? Мне тоже угора лежал. За мазью сходите. Сейчас ходим, братан, за мазью. Подожди, сейчас. Уже выезжаем. Самурай Джек, кстати, да, охуенный мультфильм. А мне нравится, там рисовка мне нравится. Мне заходит. Хуй больше. У меня жесткая хуйня. Чё, папчик, Гоза мотал, скатаем. Не, братан, как я в туре тебе буду играть, типа, в это, в лол. Во, кстати, блядь, ноутбук, да, нужно брать с собой такой чисто после концерта в гостинице такой. Чё бы поделать, нахуй, покатай-ка в Лальца, пиздец. На Wi-Fi такой. Ещё постоянно в регионе отстойный Wi-Fi, блядь. Я, типа, привык в Москве заебатый Wi-Fi, и пиздец, типа, непривычна эта хуйня, типа, что вот где-то, типа, медленный интернет. Нам, кстати, одинаковое количество лет, парни, так что мы одногодочки. Бонусы треки, да, кстати, мне до сих пор слушаю бонусы, вообще нормал. Если вы усыновите ребенка, то он будет черно-белый, да? Бля, да, конечно. В крапинку, как далматинец, короче.
Кто-то там написал, что я плохой пример молодежи, да, и типа, да, там ношу маску, ругаюсь матом. Чувак, ты что, долбоеб вообще? Что ты сказал? Или ты из родительского комитета? Афросамурая? Бля, что-то знакомый, чувак, не могу вспомнить. Ну, что-то очень знакомое название какое-то. Вообще, что это за хуйня? Типа аниме. Аниме? Это аниме? Ну, не, может, не смотрел такое. Сколько тебе лет, блядь? Не, нет, это загадка. Да похуй. Покажи сиськи. Братан, если бы у меня были сиськи, да, я бы тебе показал, наверное. К сожалению, блядь, или к счастью, у меня их нету. В Казахстане, ну, чувак, типа, а мы приедем, ебать, если ты организатор из Казахстана, привези нас, и будет концерт в Казахстане. Давайте скинемся белого на айфон. Замутите, блядь, на краудфандинге, там, на таком сайте, знаете, там, блядь. Стартап чисто, айфон. Хуй на раскол на танцле показывал. Ну, бля, может, и показывал, чё. Какое образование? Кстати, угорите, блядь. Финансы и кредит, пацаны. Все, кто учился на экономике, бля, выкиньте свои дипломы, нахуй, просто. Или не учитесь идти туда. Те, кто учится в школе, блядь. В туре выебали кого? Города мы выебали, братан, в туре. Саски или Наруто? Пиздец, братаны, я очень давно смотрел Наруто, бля, в школе сейчас. У меня была ему тёлка, короче, такая, типа, и мы с ней на DVD смотрели Наруто. Блядь, опять переключается камера. Вот, и, короче, я хуй знает, Саски это с черными волосами чувак. Но он, по-моему, пописывает, чем Наруто, потому что он такой, типа, более отрицательный персонаж, сука. Мясо в Воронеже базаришь. Это шоколадный глаз на лбу. Да, 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 чувак, блядь. Пиздец, только он черный, блядь. Мудак. Детские истории, говорит, расскажи, блядь. Руки, говорит, не стыкли так долго намерно держать. Не, я так качаюсь, короче, в туре. Сейчас пару подходов еще. Раз, два, блядь. Сейчас. Оп. Жим мобилой. Вернись в деревню. Братан, в старости поеду назад в деревню. Правда, я не в деревне родился, конечно. Если на лбу шоколадный, то какой в жопе. Сука, вы заебали. Даже не знаю, придумайте какой. Хлеба домой купи. Ой, другого хлеба только, если такого. Если вы понимаете, о чем я. Бля, камера, короче, шайтан, она переключается сама, это мистические темы какие-то с сенсором происходят. Нормал. Нормал. В каком ты сейчас городе? В Белгороде, блядь. Перм заебись, вы, да, если вы заебали про Перм спрашивать, то нормально все. Давай колоть. Да. На кровати рядом валяется. Почему у меня нет шипов на маске? Ну, братан, если бы у меня тоже были шипы на маске, то в чем были бы их отличия, нахуй? Ну, что за вопрос? Давай еще мы, ебать, одинаковые маски оденемся, посвежемся одинаково. Ну, будет этот, типа, дуэт близнецов, бойсбэнд. Улыбаешься маску, что выбрал? Она улыбается сразу. Потому что я, видимо, веселый, дохуя парень такой. Мы когда-нибудь имели дело с наркотиками? Не, братан, мы за здоровую нацию. Банька, ты парился, кстати? Бля, банька, давно парился, блядь. Я что-то не очень люблю такие развлечения. Баня, блядь, чувак, ну типа. Не, не, не на свалку, они у меня в рюкзаке, блядь.
с Lil Peep'ом треки. Чё за пиздец хуйню вы пишете, пацаны, не шутите так. Ой, какой из городов пока больше всего понравился? Да везде пиздато, блядь. Кепчук с маски, это пикадор, кстати, пацаны, видите, в кетчуп пикадор. Ходил в детский сад, да, ходил, кстати. В детском саду охуенная история. Короче, на обеде, блядь, пока я был, короче, я догадался тёлку, что она мне пизду показала в туалете. В детском саду мы пошли, блядь, в женский туалет, блядь, показывать друг другу свои гениталии. И что было дальше? Нас спалила воспиталка! Пиздец, да? Мне понравилось. Бля, ну вопросы просто очень жесткие. Про Ярославль уже вы заебали говорить, реально. Посмотрите, блин, стенку в сообществе. Меньше на концертах, да, братаны, где не закончится, куда мы сможем довести в своем ебаном чемодане футболки, блядь. Конечно, он там будет. Бля, парни, вы жесткие вопросы задаете. Не в детстве, блядь, ну типа в Чалхуд в Асфуде есть эта хуйня, хирургом я хотел стать. Резать людей, блядь, скальпелем. Да. Как оставить запись эфира? Надо оставить, да. Эмиль, блядь, валяется в соседней комнате с ушибом. Бедный братан ебанулся. Будем заботиться о нем. А что за вопрос? Какой нужно вопрос ответить? Петя, бля. Ну, Рил в номере была летучая мышь, хули, бля. Мне кажется, это не такая, типа, редкая хуйня, не же летать в помещение. Почему онлайн-заказ мерч закрыли? Потому что, чувак, бля, мы поехали в тур и... Как нам отправлять, блядь, и выступать? Бля. Короче. Знаете что, парни? Вы, конечно, пиздатые, блядь, но пойду я нахуй собираться и поесть хочу, блядь, заебали. Пойду жрать. Все, пиз. Обнял, до встречи в городах. Покупайте билеты, суки, приходите на концерты, блядь. И разъебывайте! Сохрани эту хуйню. Все. На что нужно нажать, братан, чтобы сохранить? Завершить, и там будет сохранить. Завершить. И там будет сохранить эфир. Завершить прямой эфир, да, нажать?